Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии. Как сообщает пресс-служба сада, причиной цветения в середине декабря стала высокая температура воздуха. В пресс-службе аптекарского огорода добавили, что под открытым небом аномально рано расцвели также морозники, одуванчики, форзиция, примулы, рододендрон даурский и показались подснежники. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!